Знакомая Игоря Лукина Ольга Пименова пригласила детектива в гости, чтобы он поговорил с ее сыном по-мужски. Она боялась, что Антон связался с криминальной компанией. Не переживай. Не знаю даже. Знаешь, Игорь, всю ночь одни кошмары снятся. То он в больнице, то... Ой, даже говорить не хочу. Что это там? Ой, да что такое? Антон, мальчик мой! Антоша! Тихо, тихо, не трожь его особо. Алло. Алло, скорая. Здесь ножевое. Косыгина 13. Да я встречу, встречу! Вот это да, только этого не хватало, а? Я дурак, это кассет. Да, не говори, тебе нельзя говорить. Слушай, Оль, похоже, легкая, а? Неудачник. Ой, мамочки! Ольга Петровна, что случилось? Как это? Вот кто-то Антошеньку. Побудьте здесь, а? И милицию вызовите, хорошо? Зачем милицию? Да вы поймите, кто-то его ножом пырнул, возможно, преступник где-то рядом. Я посмотрю. Да, давайте я вызову. А скорую? Не надо, скорую я уже вызвал. Алло, милиция! Тут на человека напали. Ножом ранили. Адрес? О, господи, я не помню, где я живу. Давай, давай, давай. Косыгина, 13. Да, да. Сюда! После того, как Антона увезли в больницу, Лукину и соседке Маше Средневой пришлось давать показания следователю. Маша, скажите, а никого подозрительного вы не заметили? Нет. То есть да. А точнее? У нас во дворе возле супермаркета всегда какие-то парни сидят. Иногда даже страшно мимо них идти. А в этот раз? Не было. Но я видела одного человека. Что он делал? Шел навстречу очень быстрым шагом. А как выглядел? Футболка, штаны спортивные, очень короткая стрижка. Короткая стрижка. Кстати, мать потерпевшего утверждает, что ее сыну угрожали. Мы с ней поговорим еще, а вы знаете семью хорошо. Да, с мужем Ольги Петровны мы служили вместе в милиции. 10 лет назад погиб при задержании. Ну, а я сейчас занимаюсь частным сыском, частный детектив. Вот моя визиточка, пожалуйста. Займетесь этим делом? Видимо, да. Делать вам нечего. Узнать парня сможете? Ой, не знаю. Они все как клонированные. Ну, у вас будет время подумать, посмотреть. Пишите, пожалуйста. А сейчас мы пойдем поговорим с матерью потерпевшей. Да-да. Спасибо. Третью ночь подряд какие-то звонки. Первый раз часа в 2 ночи позвонили, второй раз в 1 час. И вчера в это же время. А Антон что говорил? Ругался. Говорил, чтоб от него отстали, что он там что-то такое не отдаст. Нет, я вообще-то считаю, что это все из-за этой стервы. Подожди, ты мне ни про какую стерву не рассказывал. Ой, да была у него такая на 5-м курсе, Ниночка. А, то с одним, то с другим, а он дурак влюбился. Что, и предложение делал? Конечно. Цветы купил, ботинки почистил, дурачок. А вернулся домой сам не свой. Всю ночь курил, курил, курил. А потом как подменили. На красный диплом шел, а тут чуть не отчислили. А, да. Работал Антон где? Работает в супермаркете рядом с домом. Там закуток такой есть, где диски продаются. Вот он там. Будьте добры, вот здесь вот распишитесь. Если вы понадобитесь, вызовем повесткой вас. До свидания. Оль, ты мне про эту Нину-то рассказывала. Они что, больше не общаются, что ли? Нет, что ты. Да Нина закрутилась с Женей. Его однокурсником, он в нашем подъезде живет. Так, представляешь, они до сих пор не здороваются. Жестоко. Да. Да только и Женьке не повезло. Нина как почувствовала, что он влюбился, так и порхнула. Слушай, а вся эта история с ночными звонками не имеет никакого отношения, а? Не знаю. Ничего не знаю. Ладно, Оль, мне пора. Ты особо не переживай. Парень молодой, выкарабкается. Все будет с Антоном нормально. Меня не провожай.
Доброе утро, Игорь Петрович. Мы сегодня раньше всех. Это ты раньше всех. У меня еще вчерашний день не закончился. Ну что случилось? Да понимаешь, у моей знакомой сына ножом пырнули. Пока там со следователем общался, потом в больницу мотался. Ну он жив? Жив. Слава богу, скорая ехала мимо, ну, возвращалась с вызова. Еще 10 минут. Свидетель есть? Есть. Соседка. Говорит, видела в кустах какого-то парня подозрительного. Ну, по виду, с дворовой компании. Ну, значит, на кого она покажет, тому и отвечать. Не факт, но все идет к тому. Да, Оль. Да, конечно, конечно, подъеду, ага. Короче, я в больницу поехал. Сын-то у Ольги. Единственный человек. А там лекарства надо купить. Вот что, дожди Сергея и отправляйтесь-ка вы на место преступления. Вот. Адресочек я вам сейчас черкану. Это другое дело. Игорь Лукин привез Ольге продукты. Слушай, и лекарства. Лекарства привез. И вот это Антону. Ой, спасибо тебе огромное. Ну, что-то, как он? Спит. Но пока от наркоза не отошел. Следователь был? Приходи. Ну и что? Ну что, как обычно. Кто угрожал, когда, про Нину. Знаешь, я ему сказала, что я не верю, что на него случайно кто-то напал. Так, а он? Он опять вопрос стал задавать. Слушай, я вот тут подумала, у Антона мобильник пропал как раз тот вечер. Угу. Значит, все-таки грабеж. Вот, и следователь так считает. Угу. А я не верю. Мобильник был старый, разбитый. Кому он нужен? Хорошо. Антон что-то бормотал тогда, помнишь? Что-то про кассету, говорит, неудачник, я сам во всем виноват. А что за кассета? Я не знаю. Ну, в последнее время Антон с кем-нибудь ссорился? Ну, кроме Жени. Ну, разве что с соседом. Угу. У нас на 4-м этаже живет такой Толик, буйный пьяница. Угу. Ну, вот представляешь, пришел к нам на бутылку просить, а Антон его выгнал. И давно это было? Дня 2 назад. А потом Толик стал угрожать Антону, говорит, я тебя на нож поставлю. Mm. Ой, знаешь, он когда пьяный, ничего не соображает. И часто он пьяный? Да почти каждый вечер. Каждый вечер. И я про то. Итак, у нас 3 версии. Буйный сосед, любовь и уличный грабеж. И еще кассета, про которую пока Антон нам рассказать не может. Ну что ж, начнем с соседа. Ладно, Оль, я не буду вам мешать, пойду. Антон шел вот оттуда с площадки через кусты. Убийца шел по направлению как раз к подъезду Антона, окликнул его, подошел к нему. Поэтому сюда и упал. Ну, правильно. Все. Пошли к Толику. Помощники получили задание выяснить, где был вчера вечером безработный сосед Пименовых Анатолий. Здрасте. Ну, наконец-то вы дома. Я понял. Мужик, ты что, совсем что совесть потерял? Не понял. Мы тут с 10:30 под дверью стоим. Ребят, я пришел только утром. Нормально, сам назначил и пришел только утром. Я что назначаюсь? Мы пришли за швейной машинкой. Сейчас, секундочку. Че? Объявление в газете видели? Семья молодоженов приобретет подержанную бытовую технику. Ну вы же сами позвонили, назначили, назвали адрес. Мы приехали, вас нет. Слышь, дорогая, я лет 15 газет не читал. Объявление давай. Нахрен. Нет, ну-ка подождите. Да вас разыграл кто-то, елки-палки. Да идите вы, у меня голова болит, все. У него телефон 1015 стоит. Детектив Лукин расследует дело о нападении на сына его знакомой Ольги Пименовой. Антона обнаружили недалеко от подъезда. Соседка Маша Среднева рассказала следователю, что видела убегающего мужчину в спортивном костюме. Также Ольга Петровна не обнаружила у сына мобильного телефона. Детектив Лукин поручил своим помощникам еще раз внимательно осмотреть место преступления. Да, Васильевич. За деньгами? Ну, спасибо-то. Спасибо. Спасибо. А что было-то? А что я вчера сделал? Что я сделал? Я не знаю, что он... Ну, все, замнем для ясности, ладно? Все, вечер вызову. Все, все, спасибо большое. Все, дорогой. Я не виноват, что он... Что? Не умер, что ли? И еще сосед там. Пьяница и дебошир. Угрожал расправой 2 дня назад.
Мы проверим все версии, не сомневайтесь. Угу. Хотя я думаю, что это не понадобится. А что, Антон дал показания? Нет, врачи попросили его не беспокоить. Ему нельзя говорить. Ага, значит, вы верите, что это уличный грабеж? Ну, посудите сами. Мать говорит, что Антон всегда брал с собой сотовый телефон. Телефона нигде нет. Свидетельница видела подозрительную личность. Обычный уличный грабеж. Понятно. Ну, а нож, нож нашли? Да, нашли. Но отпечатков пальцев не обнаружено. Да. Могу я посмотреть на заключение судебно-медицинской экспертизы? Ну, если готовы, конечно. Помощники решили проследить за перемещениями Анатолия. Толик вышел на охоту. Я думал, в магазин. Буду руки сдавать. Он вышел из подъезда. И отправился в магазин. Ну что? Все, расплачиваются уже. Потом он встретил неизвестного мужчину. Ты что за деньгами пришел? Че, я в магазин. Зачем? За хлебушком. Потом зачем? То да все. Зачем в магазин? Зачем? Ну, чтобы все не истратить. Что, скажи, не пропить лучше? Ты что вчера на стоянке устроил? А? Че был-то? Ну че, ты хозяина брата не узнал. Ну, темно было. И машину его не узнал. Ну, слушай, Васильевич, ну, ну ладно, ну замнем для ясности. Ну, ну, ну все, 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 все. Ладно. Сегодня опять к семи? Ладно. Все? Да. Семи на себе? Ну смотри, все. Не опаздывай. Все, я понял. Точно. Потому что мне за тебя попадет. Точно, все, я, да. Как же ты? Все. Все, пока. Ага. Помощники рассказали детективу Игорю Лукину, что Анатолий уже несколько дней работает сторожем на автостоянке. Да все. В это время на стоянку приезжал брат хозяина, хотел бесплатно машину поставить. Наш подозреваемый его не узнал, и они полчаса пререкались. Ну и какой после этого он подозреваемый? А мобильник у него откуда такой? Дорогая модель. Ты хочешь сказать, что Анатолий у Антона мобильник украл? Да нет, у Антона мобильник был какой-то старый, такой простенький. Ну все, значит, эта версия отпадает. Да, мне тоже. Версия ограбления кажется неубедительной. Остается любовная история. Да, что-то там Антон про кассету говорил. Я вот никак не могу понять, вот как Антона так ранили. То есть, с какой стороны был удар? Ну как? Ну, наверное, они с оппонентом стояли друг напротив друга. И, возможно, во время разговора Антон повернулся в полоборота. Если они стояли и разговаривали, значит, они были знакомы. Это мог вполне быть Женя. Может, и Женя. Скорее всего, даже не разговаривали, а ругались. Вот что надо выяснить, что за человек этот Женя. Мы выясним. Завтра отправляемся к Ольге, вы у нее возьмете фотографию Жени, а я постараюсь поискать эту кассету. Вот Женина фотография. Антошкина мобилка. Ну, конечно. Аккумулятор сдох, он его и бросил. Ой. Знаешь, Игорь, я за сегодняшнюю ночь все передумала. Может, Антон снял какое-то преступление, а его за это и пытались убить? Ты знаешь, мне тоже эта кассета из головы не выходит. Ведь сейчас же все снимают на диске. А кассета — это вчерашний день, старая техника. Так а у нас-то все старое. И видеокамера, и магнитофон. Ну, не выбрасывать же. Так, ну а где вы все это храните? На антресолях, а кассеты вот. Слушай, давай я их заберу к себе в офис, а? Посмотрю, ничего? Ничего, там семейная хроника, смотри на здоровье. Только ты знаешь, мне нужно уже уходить в больницу. Мне и Маша там... Хорошо, ты мне пакетик какой-нибудь дай. Сейчас. А, здравствуйте, Ольга Петровна. Здравствуйте. А, вы с нами в больницу? Да нет, я на секундочку заскочил по делам. Слушайте, я кошелек забыла, а? Сейчас я... Подождем. А вы правда детектив? Правда детектив. Скажите, Маша, а вот в тот день вы же кого-то видели? Видела. А писать можете? В том-то и дело, что нет. Мне проще воспроизвести по памяти концерт для фортепиано с оркестром, чем вспомнить, какого цвета стены консерватории. У меня память такая, я музыкант. Ну, хоть что-то вспомните. Да я же говорила, я видела только лысину. Подождите, какую лысину? Вы же говорите, была короткая стрижка. Ну, лысый, стриженный, какая разница? Голова была почти без волос. Нашла! Ну и отлично, пойдем.
Вот он. Смотри, за ним пошел. Проследив за Евгением, помощники приехали к городской больнице. Евгений вел себя довольно подозрительно. Маш, не хнычь, а то и я начну. Я просто вспомнила, как... Что? Что, сыночка, что? Что ты сказать хочешь, а? Тут стакан есть. Давай, давай, воды, воды, нагрени. Быстрее, Маш, Маш, ну. Сейчас, сейчас, надо же, как обкололи всего, а? Двух слов связать не может. На, сыночка, на, попей. Господи. Ой, я Антошке всегда говорила. Вот была бы у меня такая сноха, как ты. Лена пришла в ординаторскую и сфотографировала историю болезни Антона Пименова. Где же Лена? Уйдет же. Не ругайся, я зашла в ординаторскую, ну, историю болезни переснять Антона, Игорь Петрович просит. Вон Евгений. А чем ждет-то? Все же ушли. Да вот я и боюсь того, что он ждет, чтобы все ушли. Микрофон. Давай, доставай. Ты зачем здесь? Я думал, не заметишь. Ну, конечно, ты все время за мной ходишь. Маш, пойдем поговорим. Детектив Лукин расследует дело о нападении на сына его знакомой Ольги Пименовой. Антона обнаружили недалеко от подъезда. Соседка Маша Среднева рассказала следователю, что видела убегающего мужчину в спортивном костюме. Выяснилось также, что у Антона пропал мобильный телефон. Среди подозреваемых – безработный сосед по подъезду Анатолий, который в последнее время угрожал Антону, и однокурсник Антона Евгений. Следствие продолжается. Ну и как там Антоша? Не очень. А Ольга Петровна куда поехала? В аптеку, а потом опять к нему до ночи. А ты с ней? Нет, я второй раз не смогу. А я думаю, тебе придется сегодня еще раз наведаться, Антош. Жень, что ты задумал? Наведусь к нему домой, а ты мне позвонишь, когда Ольга Петровна будет возвращаться. Женя! Не надо, не спорь со мной, я должен это сделать. Помощники доложили Лукину, что Евгений собрался проникнуть в квартиру Пименовых, пока Ольга будет в больнице. Ну все, давай. Игорь Лукин решил устроить засаду, установив на лестничной площадке скрытую камеру. Что, начинаем? Начинаем. Жень, ты что, потерял что? А вы кто? Я частный детектив, а это мои помощники. А вот ты что здесь делаешь, мне непонятно. Я вам ничего не скажу. Ты же должен понимать, что обо всем я должен сообщить в милицию. Ну и что? А то, милый, что проникновение в чужое жилище. Статья 139 Уголовного кодекса. А если с целью хищения, так 158-я часть, 3-я. До 6 лет тебе светят. Да мы слышали твой разговор с Машей. Почему ты должен был здесь сегодня быть? Ну что молчишь, как партизан? Ты же здесь из-за кассеты, а? Чем Антон занимался? Не лезли бы в это дело. Да? А может, это ты на Антона напал? Да неужели это он? Молчание – знак согласия. Ой, не шутите так. Женя хороший парень. А о нем в прошлом году в газете писали. А что написали-то? Так он ребенка из проруби вытащил. Сам чуть не утонул. Вот и в этом году напишут. Женя не заговорил? Да нет. Понимаешь, такое ощущение, что он сознательно молчит, какие-то свои дела защищает. Может, это он Антона? Нет. Антона ударил левша. Левша? Откуда вы знаете? Ты очень вовремя зашла в ординаторскую. Посмотри, что написано в истории болезни. Вот, ранение нижней части правого легкого. Вот посмотри, вот так вот вошел нож. Ну, а так ударить может только левша.
Но среди его окружения левшей нет. По крайней мере, мысленно не обнаружены. Да, скорее всего, этого человека мы не знаем. Ну, что делать? Что делать? Врать, конечно, нехорошо, но иногда минус на минус дает плюс. То есть? Ну, чтобы узнать правду, нам придется два раза обмануть. Ну, двойной блеф. Ну что, герой, оклемался уже? Ну да. Здравствуй, дядя Игорь. Это тебе 3 дня назад был дядя Игорь. А теперь я тебе дядя частный детектив. Не понял. А что ж ты, подлец, с кассетой это учудил, а? Мне Маша с Женей все рассказали. А Женька-то откуда? Да от верблюда. Ну, так что, сам вспомнишь? Или тебе помочь, как Женя? Да пошел он. Он у меня Нину увел, а теперь и Машку. Слушай, не хочу тебя, конечно, расстраивать. Но они, когда гуляют, за ручки держатся. Я думаю, там все на мази. Я так и знала, тварь. Ну, я ей покажу стерве. Все расскажу, все. Посмотрим потом, что и мама с папой устроят. Так я записываю. Пишите. В общем, пусть все знают. Мы с ней встречались. Тайно. Еще бы ее папаша не потерпел. Зятя продавца. Знал, что Машку родители обработают. В общем, я ее подпоил и записал на кассету, как мы с ней в постели были. Вот только то, что подпоил, не пишите, ладно? Угу. Кассета где? Ну, я жду, где кассета? В нашем гараже под козырьком. Поздравляю. Лукин ждал возвращения Маши во двор ее дома. Вы знаете, это второе чудо за сегодняшнее утро. Мы нашли кассету. Какую кассету? Маша, успокойтесь. Я, конечно, понимаю, вы натура творческая. Нет, у меня просто голова вдруг закружилась. А давайте я вам помогу. Давайте сумочки. Я вам покажу одно упражнение, вам поможет. Какое еще упражнение? А старое китайское упражнение на дыхание. Возьмите руки в замок, закройте глаза и глубоко вздохните. Так? Так. А ведь вы? Вы Маш левша. Ну да. Поэтому мне на фортепиано отдали, чтобы обе руки развивались. Ну, судя по всему, родная так и осталась, левая. Ну да. А что? А дело в том, что этими руками, точнее, левой рукой, вы пытались убить Антона. И Женя теперь сядет в тюрьму из-за вас. И любила Антона. Хотя он не верил. Боялся, что я его брошу. У меня была навязчивая идея, убеждать было бесполезно. Потом записал эту кассету. И это был его гениальный план, чтобы привязать меня к себе. И тогда вы его возненавидели? Нет. Сначала я думала, что это шутка. Я уговаривала его, просила уничтожить запись. По-моему, он отыгрывался на мне, за Нину. А Женя? Женя видел, как я бежала в тот вечер. Я наплела ему, что за мной какие-то парни гнались. Но потом он узнал про Антона. И мне пришлось признаться. А он решил мне помочь. Я думаю, что Маша совершила преступление от отчаяния. Хотя сперва мне был непонятен мотив. Ведь Маша вела себя так, словно искренне переживала за Антона. Где кассета? Отдай. Хочешь еще раз посмотреть? Хватит надо мной издеваться. Хватит тебе истерить. Антон! Но потом, когда она сказала, что Антона ударили ножом, я засомневался. Хотя это может быть и совпадение, но она даже расписывалась левой рукой. Ну и определенные жесты. Дело в том, что если человек левша, переученный левша, который одинаково хорошо владеет и левой, и правой рукой, то в каких-то ситуациях инстинктивно левая рука берет верх, она доминирующая. А Антону просто не хватило внутренней силы, что ли, пережить любовное разочарование. Он не смог поверить в чувства Маши, и вместо того, чтобы расположить к себе ее родителей, повел себя как настоящий преступник. За что и поплатился. На Марию Средневу было заведено уголовное дело. Суд определил ей условную меру наказания. Маша вышла замуж за Евгения, и они переехали в другой город.